Всем привет. А вон там Советский Союз. Ну, не на той стороне Советский Союз. А здесь это. Это вам не это. Это вон пароходик. Теплоходик Советский Союз называется. Тут вот фотографы собрались. Ну да. Фотографы. Жду. Москва один. У них сейчас обед. Сейчас до двух. А в 2 часа мы поплывем. Вон туда. К той пристани. Или причал. Ну, на пристани есть причал, и мы туда поплывем. Такое видео. Прям было. Такой чух-чух-чух. Ну, старенький уже. Что вы хотите? Пойдемте посмотрим. Ну, чух-чух. Куда он, интересно? Сюда, наверное. Ну, это прогулочный кораблик. А, ну да. Сюда подшвартуется. Вот он вам. Советский Союз крупным планом. Ретро. Сзади такой круглый полукругом. Прикольно. Думал, здесь больше места будет. Выхлопная труба, что ли, здесь такая булькает, так бульк-бульк. В принципе, вот. Ну, здоровско. Ну, а Москва там посвежее. И здесь, видите, речь флот написано, и... А там... Завитушки. Ну, лапша в простонародье. Но это... Потом расскажу, короче. Это вступление было такое. О том, о чем будет сегодняшнее видео. Еще чуть-чуть подожду. Отдохну. Не думал, что так будет. Часовая.
часовая прогулка. Вот. Рублей 500, наверное, стоит. Ну ладно, пока пауза. Текстом. Идем на посадку. Какое тут красивое это все, а? Вот касса сюда-сюда. И на этот, и на Советский Союз час 600 рублей в час, пенсионерам 300. И вот 850 лет Москвы. Короче, сейчас разберемся. Туалет у меня оказался. Девушка, можно? Да, действительно. Спасибо большое. А где у вас? Дверь с почтой, вот там будет, с правой стороны. Вот сюда, да? Да, вот дверь стала, там увидите. Это карман. Это карман? Нос. Нос? Перед. Так вот. Кстати, здоровско. В общем, плывем. Билетик, вот, в общем, перевозчик общества с ограниченной ответственностью Сбертройка, а поставщик Мосгортранс. 46 рублей. То есть, о, вот такое красивое. Давайте посмотрим, что там еще есть. Гальюн. Ну, туалет, по-вашему. Классно, солнышко. Я, в принципе, поэтому-то и захотел вспомнить молодость и... аккумуляторы.
Мне уже нравится. Наверное, лучше сзади. Или вот на аккумуляторах посидеть. Не, ну на аккумуляторах опасненько. Мне еще много кино фотографировать надо, снимать, поэтому... Ну и тут тоже с двух сторон туалеты. Здесь поплывем рядом с огнетушителем. Мой мишка еще, кстати. Между прочим, румпельное. Вот. Не знаю, что это такое, но... Ну вот оно такое. И он в Советский Союз отплывает. Отходит. Мы сейчас за ним, наверное. А все это вот такой вот причал. В общем, классно. За 46 рублей. Я считаю, нормально. Че? Это мы на ручнике сейчас скорость набираем, и как потом мио. И стартанем, и уже за Харково. Не, круто. Пока. Нормально накручивает. В Химки плывет полчаса за 150 или 10 минут за 46. Пофоткаю сейчас. Отсюда здорово фотать.
там экскурсия, кстати, какая-то. И практически не страшно. Жалко, не подсвечивается речной вокзал, немножко в темноте. Ну, солнышко скрылось. Кстати, да, что-то уже почти и приплыли. Вот я хочу еще потом вот так пройтись, погулять. Ветерок. А все, что уже швартуемся. Да, хорошо, но мало. Еще хочу. Ой-ой-ой, страшно. Долбанемся сейчас. Дыщ. Ну, кстати, нормально. Я думал, будет больнее. Ну, то есть мягенько зашло. Резиновые эти отбойнички хорошо зашли. То есть почти не... Я даже не улетел, хотя взялся за это, за трубу. Не, ну а что? Привет вам, жители Тушино Северного. Виды отсюда, виды такие. Аккуратнее, рыбку не задави. Тут что-то он как-то паркуется. Опасненько. Это
капитан, что с это? Что-то он как-то не так зашел. Не с того ракурса. Привет. А, или он не туда ходит. То есть, ну непонятно. Не, ну совсем мало. 46 рублей. И заодно обзор вот старенького вот этой Москвы теплохода, наверное, 69-го года. Ну да, 69-й, август 69-го где-то, судя по вкусу, ну по запаху. Так, что, выходить или может тут спрятаться? Гальюни. Вот такие болтики тут. Но у меня такой отвертки нету. Так, выходим, да? Ну тут так как-то. С грелочкой. Не, ну вот чё, я вот тутова. Технические характеристики причала. Вот. Давно я с этой стороны не смотрел. На ту сторону, как оно вообще тут. А тут кассы нету, павильона торгового. Ну, в смысле этого. Так, и сколько время? В 14 мы стартанули, 14.11. В 14.12 мы уже здесь. То есть 10 минут. И все. Даже не успел испугаться. Ну, в смысле, не распробовал. Наверное, назад тоже поеду. Чё, гулять так гулять. Вот. И они глушат, экономят, что ли. Так, ладно. Пойду я. Осмотрю местность Северного Тушина парка. И вообще... Вот. Не, ну Мосгортранс, но могли бы и пенсионерам бы сделать. Нет. Ну тут от речного каждый час, ну, четное, а отсюда каждое нечетное. То есть от речного 8, а отсюда 8.30. И вот так вот. С велосипедом можно, с собаками можно, с лыжами можно. Вот, ну лапшица вот это вот, я думал, ну сейчас. Ну ладно, чё я, блин, 46 рублей, хрен с ним.
Оно того стоит, ощущения такие. В общем, опять я на эмоциях. Но тут, кстати, не глубоко. Совсем. По колено. Вот. Не, ну красивая, а чё? Не знаю, как вам, но... Один разочек-то стоит прокатиться. Ну ладно, все. Обзор. Ну, эта часть закончена. Не знаю, сейчас надо батареечки подзарядить. Что-нибудь придумать, может, еще что-нибудь поснимаю. Я не знаю, что тут за парк. Вот если он такой будет, то что снимать-то, как бы, сам погуляю. Хочу просто пофотографировать с этой стороны, там вот эти здания, там мост, кораблики. И через Киргизию в Казахстан, что-то это деноминация, вот это дебилизация, ну, в смысле, мебилизация, короче, вот это, частично. Это так же, как и бессимптомная коронавирус, то есть болеешь, но бессимптомно. Так же и частично мебилизация, да. Ну, это актуально сейчас просто, это я потомкам говорю, которые через 100 лет будут смотреть это видео. Все, ладно. Давайте, до скорого, пока. До новых, как говорится, включений.